На время проведения мероприятия полицейские усилили контроль за соблюдением водителями пазиков и фордов правил дорожного движения. Особый контроль за соблюдением норм режима труда и отдыха шоферов. Зачастую именно этот фактор приводит к ДТП. Только за январь 2021 года сотрудниками ГИБДД выявлено более 1200 нарушений водителями автобусов. Повышенное внимание стражи порядка уделяют техническому состоянию пассажирского транспорта. Кроме того, проверяют наличие тахографов и предрейсового медицинского осмотра.